Здравствуйте, друзья! Мы с вами отправляемся в небольшое путешествие по характерному такому американскому заведению, которое продает скульптурки, горшки всякие, такие горшки, вот как бы перед вами, для того, чтобы устанавливать их на фронт-ярдах, на бэк-ярдах, можно сказать, красоту продают. Там вот некоторые журчат, я вижу. Да, здесь пишут, за полцены продаем, дискаунт, скидка 50%. Хотите, чтобы у вас журчало? Пожалуйста, будет журчать. Рыбка такая. Ух ты, мама родная, прям такой... Кролик тут скачет. Ну, это ж надо вот так. Неожиданно. Честно. У этой мамы. Да, ну ладно. Вот тут ящерки. Давайте мы развернемся. Здесь посмотрим. Вот видите, такие плиточки на дорожку класть. Горшки, горшки, что горшки. Где ботинок? А вон такой глиняный ботинок. Зеленый. Да, глиняный ботинок. Серьезная вещь. Надо сказать, что богато. Богато, друзья, всякой вот такой всячины тут. Тут вот буддийская тематика присутствует. Еще надо сказать, что поразительно, кто же это в таких количествах вообще производит, собирает, покупает. Тоже вопрос, кто покупает все это? Вот, пожалуйста, ящерка. Хотите, буду какой-нибудь в садик? Ах, слоники, слоники, милые слоники, вы наши кумиры, мы ваши поклонники, да? Драконы. Ой. Ничего себе. Ребята, вот этот вот, $495. А? Может, они в рублях тут торгуют? Что дорого получается-то? Надо ж так. Ой, ослик, ну это просто шедевр античной скульптуры, прямо какой-то. Так. Вот и Дева Мария тебе. И вот, пожалуйста, жираф. Жар-птица такая вообще. Прям какие-то купидончики тут, амурчики, на все вкусы. Все это находится прямо возле хайвея номер один, который идет так, с севера на юг, с юга на север, вдоль океана, тут до океана рукой подать. Где-то вот солнышко светит, а вот тут сейчас в данный момент пасмурно немножко. И это неплохо, знаете? Это неплохо, потому что не жарко. Вообще, масштабы этого всего поражают. Вот петушок всего за полтинник, пожалуйста. Да, а это произведение, смотрите, вот маленький такой бычок, $139, а побольше, вот,
Этот уже 170. Вот там магазин. В смысле, как бы офис. Ну, давайте туда попозже зайдем. Ракушки. Черепашки. Да. Чего только на свете не бывает, друзья. Вот видите, магазинчик. Будете мимо ехать, посмотрите на гугле. Талавера Паттери. Паттери — это по-нашему будет горшочная. Так. Образ Девы Марии и Будды, два образа. Хотя вот мы видим, тут и античные встречаются. Неплохо. Это наши дельфинчики, от этого никуда не уйти. Такой фонтанчик. Да, дельфинчики, это чисто наш. Местное такое. Носорог. Ну а что, здесь, если кто-то из Эфиопии, например, эмигрант, ему носорога хочется. Я вот вчера делал резюме, две девочки пришли из Эритреи. То, что раньше было тоже Эфиопии. You are working here? Yes, thank you. Just amazing, I mean, just amazing. It's a lot of jobs, a lot of inventory. Wow. If you have any questions, just let me know. Sure, thank you. Okay, you're welcome. Would you say a couple of words about that store? I'm not the owner, I just... You are working here? Yes, I am. Just say a couple of words, what is that? What is the most popular thing here on sale? I mean, what people buy most? People buy mostly the most items that are sold are the pots. Uh-huh. All different sizes though, from the very large to the small. After that, we sell fountains, okay, and also garden statues like Buddhas, uh-huh. And that's very popular, the Buddhas. Who buy Buddhas? Indians? Or? Everyone in the area. A lot of people, Americans. So Christians or? Everybody wants yes, Buddha. That's a very popular item, the Buddha. Okay. Yeah, different. We have all different shapes and sizes of Buddhas. Okay. Yeah. And Roman and Greek stuff, they... Yes, they like. We do. And we have some tiki heads and and some animals like the eagle there, or the dolphins, or cougars, you know. And it all depends on the individual, what they would like to see in their garden, you know. Okay. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Let me enjoy the rest of it. Yes, please. Any questions? Sure. Так, скамейка, видимо, ушечки, друзья. Так вот. Окей. Говорит, статуи идут. Вот Будды хорошо идут. Не только там какие-нибудь китайцы или там, может, индусы. Нет. Наш народ простой. Всем подавай Будду. И тоже Дева Мария хорошо идет. Это не в ущерб Деве Марии. Да. Тут какие-то большие предметы, я бы сказал. О, а вот в этой штуке выращивают растения. Вот тут из них, из каждой чашечки разное растение какое-нибудь может расти. Вплоть до съедобных, полезных. Слышите эхо? Это я гудел в вазу. Вот так ушки. Так. Ну что сказать? Богато, богато, друзья. Вот это дешевенько, видите, вот это. $59. Здоровенная. Да. Мама родная. Терракотта пац. Ой-ой-ой, терракотовые. И сколько же она стоит-то, болезная? $650, между прочим. Так что еще подумаешь. Терракота. 20% скидка. Да.
Боже, а это кто? Прям от сфинкса кусочек. Так может показаться. Я так и супругу потеряешь в таких дебрях. Да. Мы все, знаете, хотели зайти в это место, мимо проезжали иногда. Все время как-то закрыто было. Не знаю, почему. В неурочное время ехали. А тут вроде суббота сегодня, тоже день такой. Могли бы они, может, и не работать, но работают. Пойдемте, может быть, в офис сейчас к ним зайдем туда. Вот слева. Вот здесь. О, тут раскрашены есть красотки. Боже, знакомые все лица. Ну, ладно, идем дальше. Так. Ой-ой-ой, давайте в офис зайдем.